Привет, привет, привет! Меня зовут Никита Лол, и вы смотрите ролик о том, как мы будем разыгрывать итоги конкурса на вот эту прекрасную малышку, а можно сказать и тетушку, потому что это Sony PlayStation 4 от Маков.нет. Чтобы принять участие в данном конкурсе, вы должны были подписаться на паблик Маков.нет, подписаться на канал Маков.нет, а также репостнуть запись, которая находится в закрепе в паблике. Ну так что, давайте же начнем наш розыгрыш. Выявим нашего победителя, поэтому мы переходим к компьютеру. Пук. Итак, и теперь как раз таки мы будем выявлять нашего победителя через приложение ВКонтакте под названием random.app. Показываю вам то, что вот как раз таки паблик маков.нет. Сейчас даже обновим страничку, чтобы не было каких-либо казусов, чтобы вы не думали, что это что-то не то, что это фейк и так далее. Вот, вот он, собственно, паблик маков.нет. Все, вы прекрасно видите. И вот данный пост, который находится в закрепе. Итак, читаю заново условия. Новый учебный год начался, а у тебя нет еще Sony PlayStation 4. Это надо срочно исправлять. Хочешь выиграть невероятную PlayStation 4 с уникальными фишками, как у меня, то есть у Никиты Лола, нужно сделать пару простых действий. Подписаться на паблик маков.нет, то есть вот этот вот паблик. Затем подписаться на канал маков.нет. Давайте я вам сейчас покажу его, чтобы вы хотя бы имели вид, что это такое. Вот он, канал, вот он, да. Так, затем третье действие, надо сделать репост данной записи. Вот, и чекаем. То есть сегодня 14 сентября, можете посмотреть, вот он, 14 сентября, понедельник, 2015 год. И вот как раз-таки смотрим, какие же у нас результаты. 13 041 лайк, 9096 репостов, то есть только у нас участников. Итак, и переходим к прекрасному этому розыгрышу. Берем, копируем нашу ссылочку, вставляем в Random App, чтобы вы тоже не думали, что это как мы обновим это приложение. Сейчас будет великолепная реклама, насколько я знаю. А, нет, ее нету, отлично. Ну вот, все. Конечно же, поделившись с друзьями, вставить далее. Все, теперь у нас происходит загрузка пользователей. Это довольно трудоемкий и долгий процесс, но не надо переживать, потому что участников много и нужно уметь ждать. Вот такие пирожки. Вот 501 пока что загрузился. 1002. 1503. 2004. Много очень. Кстати, клевый шлем вот такой вот. Типа, знаете, это как фишка у них такая. Знаете, когда я брал эту Сонику, да, для розыгрыша, то есть там, где я в ролике своем в конце рассказывал про условия и так далее, и она стояла, эта малышка у меня дома, мне так хотелось ее себе забрать, но, к сожалению, придется отдать ему этому счастливчику, которому я буду очень жестко завидовать. Вот. Вот так вот. Такс. Итак, вот у нас открылось, собственно, окно, где все вот эти участники, 9028 человек, которые репостнуло. Условия я все уже рассказал. Итак, нажимаем волшебную кнопку «Выбрать победителя». Ась, Денис Пономарев. Открываем его вкладочку. Тан-тан. Так, находится он в городе Селитяна. Репост есть, паблики он тоже есть. Ну, поздравляю тебя, Дениска, с победой в конкурсе. Ну, можно даже его фотографию посмотреть, если вы думаете, что это фейк. Нет, он не фейк, он, видите, даже такой необычный парень. Он, наверное, где-то учится, типа, как там, морфлот или военный, короче, наверное, будущий. Ну, ничего. Ну, хотя будет с пацанами, там, не знаю, футбик гонять Сонику. Ну, еще раз, Денис Пономарев. Айдишник вы видите, все это мы покажем в паблике, то есть победителя. Также, посмотрев этот ролик, вы поймете то, что ничего не фейк, то есть мы реально разыгрывали эту Сонику, и как раз-таки так, как я ее, так скажем, не рекламировал, а этот конкурс издавал, как раз-таки вот я закончил, да, короче, надо уже заканчивать, да, я знаю. Вот. Денис Пономарев, поздравляем тебя, можешь похвастаться перед своими друзьями, скоро с тобой свяжутся админы, и все будет хорошо. Оп, все, грац.
Ну, собственно, и все, друзья. Мы выявили наконец-таки победителя. Скоро с ним свяжутся админы паблика маков.нет, и тебе пришлют вот эту вот прекрасную приставочку. Так что поздравляем тебя с победой. А также подписывайтесь на паблик маков.нет, если вы еще не подписаны. Можете подписаться на канал и следите за дальнейшими новостями и конкурсами. Пока! Пум-пум!